Привіт, друзі! Якщо у вас є бажання, час приєднатись до нас, це розмова на тему. І у нас сьогодні в студії гість настоятель Свято-Нікольської церкви, протоиерей Михаил Бойко. Отец Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие. Благословите, отец Михаил. Отец Михаил, совсем недавно мы ликовали и радовались рождественским праздникам, крещению Господнему, и вот уже как-то праздники еще в наших ушах звучат и в сердцах, а уже начинается подготовка к Великому посту. И, друзья мои, у нас сегодня отец Михаил не случайно, ну, во-первых, потому что случайностей в жизни вообще не бывает, а во-вторых, действительно начинается подготовка к Великому посту. До Великого поста осталось всего 3 недели, да, отец Михаил? Давайте тогда поговорим об этом. Надо вспомнить также о том, после того, как Господь Иисус Христос принял крещение от Иоанна на реке Иордан, он после этого сам удалился в пустыню, где пребывал 40 дней, и там же сам сохранял 40-дневный пост. И церковь в честь этого события, именно 40-дневного поста Господа нашего Иисуса Христа, также установила в церкви, чтобы также люди в период перед Пасхой соблюдали 40-дневный пост и также Страстную Седмицу. А, так вот почему установлен Великий пост. Это в память того, когда Иисус Христос, удалившись в пустыню, был искушаем, и 40 дней он практически ничего не вкушал, да? Да. Отец Михаил, и вот еще, прежде чем мы разберем недели, которые предшествуют Великому посту, еще несколько слов, будьте добры, о Великом посте. Говорят, что Великий пост – это пора искушений. Так может быть, потому и искушений, потому что сам Христос был искушаем в пустыне? Это... Можно также сказать, что искушение не только лишь Великий пост, но искушение бывает всегда у человека, поскольку сама жизнь христианина состоит из того, что человек должен сам побороть искушение и устоять, уметь себя вовремя остановить, а уметь отказаться от излишества. И по отношению к 40 дням, в Ветхом Завете упоминается, что Моисей, когда был на горе Синай, чтобы получить заповеди, скрижали Божьи, заповедью Господними, он также пребывал 40 дней на посте там же. И пророк Илья, пребывая в пустыне, прячущего царя Ахава, также пребывал 40 дней на посту своем. Ну, вот как старцы говорят, пост и молитва – это два крыла, которые возносят человека к небесам. Это так? Это да, это выражение святоотеческое. Отец Михаил, хорошо. А пост, если человек постится, если он ничего не вкушает, если он поклоны бьет, но при этом сердце у него нет... Ну, об этом мы сейчас будем говорить, да? В отношении этих подводителей недель, которые настраивают человека. Как путь отправляется в дальний путь, он приобретает и берет с собой только то самое необходимое, которое действительно необходимо. И из этих подводителей недели, чтобы человек также себя подготовил к дальнейшему великопостному поприщу, который ему предстоит пройти. То есть человек – это некий музыкальный инструмент, который для того, чтобы он заиграл чисто, без фальши, его нужно настроить. И этому предшествуют подготовительные недели Великого Поста. Итак, отец Михаил, до Великого Поста остается 3 недели, и первая неделя – подготовительная. Да, именуется омытрие фарисея. Эта неделя нас наставляет по учениям притчи, где говорится о двух людях. Образ взят был мытаря. Человека в глазах людских правильного, праведного, знающего закон. И образ мытаря, который был сборщиком податей в пользу римских властей, которые в своем народе были презираемы, неуважаемы с ними. Никто не общался, их просто не уважали. Поэтому Господь дает эти два примера, и пример является этой притчей, и молитва каждого из них. И упоминается о молитве фарисея, который зашел в храм, прошел в центр храма, посреди храма вознес свои глаза к небу, и хотя и начинает свою молитву с того, что благодарит Бога, но тут же начинает замечать вокруг себя людей, в том числе и мытаря, которых говорит: «Благодарю тебе, Боже, что я не такой, как они, не грабители, не убийцы, не прелюбодеи, или как этот мытарь». Его молитва состояла из того, что он, превознося себя, унижал всех вокруг себя находящихся. И это именно превозношение самого в себе совершенно является не тем молитвенным воздаянием к Богу, зовом к Господу, которая должна именно быть. Напротив же, молитва
Мытарь брат совершенно противоположный. Он видел свои согрешения, он знал свою неправоту перед всеправным Господом. Он стоял с краешку, только лишь на шаг ступив в храм, выдрял себя в груди, просил Боже, учисти меня греш того. Просил прощения со свои согрешения, и заканчивается перечта тем, что все-таки мытарь вышел из храма более оправдан, нежели фарисей. Поэтому я заканчиваю Господь причту, что кто сам в себе возносится, тот будет унижен, а кто сам в себе смиряется, тот будет возвышен. Независимо от того, даже если человек ведет праведный образ жизни, он десятину отдает церкви, он не блудит, не пьет, не совершает каких-то тяжких грехов, но если он возносится, его жизни угодно Богу? Дело в том, что это свидетельствует о том любви, которой не было в его сердце. Человек, даже если он считал себя в своих же глазах праведным, ведь не зря упоминается, что он отдавал десятину от всего, что приобретает. То есть, по сути дела, кто продает, тот платит десятину. А если он приобретает, с этого не должен был платить десятину. То он сам дополнительно себе взял определенное, исполнить еще это себе повеление. И также не зря упоминается, что он дважды на неделе постился. Этого тоже не указано в Ветхозаветном законе. То есть он на себя возлагал как бы эти так называемые добродетели, но добра от этого никому никак он не отдавал. Поэтому его превозношение, его ущемление ближних вокруг себя находящихся свидетельствует о том, что, увы, любви в его сердце не было по отношению к ближнему своему. То есть вот эта неделя о мытаре и фарисее, первая подготовительная неделя перед Великим постом, она настраивает нас на любовь не только к Богу, но и к ближнему. Конечно, и также пребывать. Человек должен в смирении своем, особенно во время молитвы. Отец Михаил, итак, неделя мытаря и фарисея – это первая подготовительная неделя перед Великим постом. За ней следует неделя о блудном сыне. О блудном сыне. Ну, уже даже само название, оно говорит о том, что кто-то где-то ходил на стороне далече. А что произошло потом, отец Михаил, будьте добры. Пример этого притчи состоит в том, что Господь говорит в этой притче, насколько Отец Небесный ждет покаяния от согрешившего человека, и его любовь настолько всеобъемлющая, что прощает даже самого тяжкого грешника. Поскольку надо понимать, что когда младший именно сын попросил половину имущества у отца своего, это никогда в жизни не могло было произойти, поскольку он имел право на наследство сыновья после смерти своего отца. То есть он как бы отняв, посчитал для себя отца своего мертвым. Поэтому он собрал вскоре все свое и ушел на старую далече, подальше от своего отца. И будучи далеко земле чужой, проводил жизнь свою бесправно, греховно и расточил все свое имущество. Но когда уже начался голод, оказалось, что в той стране некому ему помочь. Он там совершенно никому не нужен. И придя уже в крайнее свое положение, как говорит Христос причты, он пришел в себя, но вспомнил о себе, что он является сын своего отца, пожелал, но вернуться к отцу. Но в этом случае он уже сам свидетельствует о том, что он весьма, весьма согрешил перед отцом своим, поэтому он говорит, что я не могу называться больше сыном, приду, чтобы отец меня принял в число одних из наемников и рабов, поскольку он весьма согрешил перед небом и перед отцом своим. Но, как говорится в притче дальше, отец смотрел, ждал его, и когда он увидел еще далеко, сам выбежал ему навстречу и не дал до конца произнести этих слов. Он сказал, что согрешил перед небом тобой, не достоин больше называться сыном твоим. Отец останавливает его и восстанавливает в сыновнем достоинстве. Поэтому было повеление дать обувь, которую хозяева только носили, а не наемники и рабы, дать ему первую одежду и дать ему перстень, что является печатью, то есть достоинством хозяина. Он восстанавливал в полном своем достоинстве, как своего сына, как наследника всего своего, и возвращая ему все ту честь, которую он имел до того, как согрешил. Но
принимая внимание, что его раскаяние было настолько искресердечным, что он сам себя уже не хотел считать и право просить вернуть свой сыновье достоинство, это покаяние явилось тем залогом, что он получил свое прощение и вновь восстановился в сыне, в сыновнем достоинстве. Эта притча научает на том, какая великая милость Божья, если человек действительно вновь придет в себя, опомнится и принесет Господу покаяние в своих согрешениях. Покаяние со смирением и с плачем о своих грехах? Конечно. Отец Михаил, и будьте добры, и третья неделя, которая практически завершает подготовительные недели к Великому Посту. К Великому Посту еще осталась неделя в страшном суде. И именно в это воскресное чтение напоминает нам Господь о том, что страшный суд все равно необратим. И не обязательно человек может не дожить, естественно, до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, но суд Божий является всегда после того, как душа человеческая разлучается с телом, душа восходит и держит ответ перед Господом о делах своих. И там указано о том, что когда перед Сын Человеческий во славе свете святые ангелы с ним, то он сядет на престоле славы своей я. И будут приведены все народы земли. И сказано, что будет отделять овец от козлищ, поскольку одни станут по правую руку, другие станут по левую сторону. И обращение в притче состоит из того, что Господь говорит: «Придите, благословенные, наследуйте царство, уготовлено вам от создания мира, те, которые были по правую сторону». И дальше говорится, что «потому что я был голоден, вы накормили, потому что я был жаждущ, вы напоили, больных вы одели, вы посетили в больнице, вы посетили в тюрьме». И говорит другим, которые по левую сторону, за то, что вы не сделали это в одной из малых, и братьев меньше не сделали мне. Ведь эта притча научает о том, что человек не только должен, скажем, не иметь тяжких согрешений, но обязательно должен иметь добрые дела. Если они не помогли даже в малом, по сути дела, скажем, там какая-то чашка воды или какая-то одежда не является особо заботливо на продолжение длительного периода времени, но он нуждается тем малым необходимостью, которой человек должен и обязан помочь нуждающимся по силам своим. Если человек этого не сделал, он не имеет никаких добродетелей. Даже если он не имеет тяжких согрешений, но если нет добродетелей, поэтому они не могут наследовать Царство Отца Небесного. Да. И еще у нас есть, отец Михаил, уже в самый канун Великого Поста, это день, это воскресенье, и называется оно в народе «Прощённое воскресенье». Да. Или «Неделя Адамова изгнания из рая». И чему, это такой особый день именно перед Великим Постом, который уже как бы подводит итог всех настроений и всех настраиваний для того, чтобы вступить в Великий Пост. Текст евангельский, который в этот день читается, Господь говорит, также уже наставляет именно для несения великопостного подвига. И условием для этого составляется примирение и всепрощение. Если вы будете прощать грехи согрешения вашим, то Отец Вознебесный простит вам согрешения ваши. Если же ближним своим не будете прощать согрешения их, ни Отец Небесный не простит вам согрешения ваши. Примирение и всепрощение является также одним из главных условий вступления в великопостный подвиг, поскольку всякое разделение и злоба человеческая, она порождает грех, и если человек порождает грех, не приостановив его, не придушив его в корне за рождение своем, он, естественно, не сможет явиться победителем греха. И также дальше говорится о том, что человек должен поститься не лицемерно, как фарисеи, а умыть лице свое и намазать маслом голову свою, что в свое время делали только лишь великие праздники люди. Умывались и принимали на себя благоуханные масла. То есть пост является для человека событием радостным, событием нужным, необходимым, событием, которое, прежде всего, дает ему радость душе и успокоение тела своего. Господь говорит о том, что этот пост является ни в коем случае не тягостным, поскольку он является только человеку всесторонне полезным. Отец Михаил, вы говорите, что пост является радостным для христианина, но при этом в церквах все убрано в черное,
и на аналоях лежат черные салфетки, и занавес на царских вратах черная. Все в черном, и покаянные молитвы, которые абсолютно не способствуют радости. Есть моменты торжества, когда и были праздники, есть моменты покаяния. Когда-то тоже в свое время фарисеи обличали Христа, почему ученики его не постятся. Он же ответил, что пока с ними жених, не могут поститься люди чертога брачного, но придут дни, когда поститься будут. Поэтому этот период именно внешнее убранство храма всегда настраивает на раздумье человека. Оно также, песнопения и тексты тоже настраивают на раздумье человека. Это воскресный день Адамова изгнания из рая, свидетельствует о том, что Адам, будучи венцом творения, будучи вершиной творения Божия, царем природы, потерял это свое достоинство тем, что согрешил, вкусив запретный плод. Поэтому он изгоняется из рая, он плачет о своем тяжком положении, причиной которой является грех. И если грех является тем, что человека отлучило от Отца Небесного, поэтому человек должен стремиться, просив согрешение ближних своих, и спросить Бога тогда прощения согрешений своих личных. Как странно, отец Михаил, последняя неделя перед Великим постом, неделя о страшном суде, она, в принципе, очень серьезная и суровая неделя, но в народе это масленица, и это период всенародных гуляний, и поверьте мне, тут уже не до размышлений о покаянии или настраивании даже себя на Великий пост. Вот такое совершенное несоответствие – блины, веселье и страшный суд. Люди готовились к этому поприщу великопостному, все-таки веселье и с тем, что Господь укрепит их. И даже в день прощенного воскресения поется пасхальное песнопение, которое тоже является радостными песнопениями. Но это для тех, кто все-таки может не дожить до Пасхи, ради этого тоже поются пасхальные песнопения. То есть Господь воскрес, и человек, который верит в Христа распятого, Христа воскресшего, он всегда имеет надежду на жизнь вечную чертога Отца Небесного. Поэтому масленица лишь потому, что в этой седмице уже прекращается употребление мясных кушаний. Это именуется неделя мяса постная, которая идет запуск, то есть прекращение употребления мясных пищи, а также сыропуста, употребление сырной пищи, всего молочной пищи. Ну, бывает, знаете как, что на Масленицу так начинаются такие гуляния, что не замечают, как и, в принципе, первая неделя поста уже наполовину прошла. Бывает и так? Все в руках человеческих. Если человек считает себя научать постепенно себя ограничивать в пище, в своих стремлениях, в своих пожеланиях, то он все-таки этому научится и придет к первой неделе поста подготовленным. Если человек постепенно не будет себя ограничивать, ущемлять и уметь сдержать, конечно, тяжело такому человеку, совершенно пройдя без пользы этой подготовительной седмицы, вступить в великопостный подвиг. Отец Михаил, вот есть буква закона, а есть жизнь, и они не всегда совпадают, даже в духовном мире, потому что, например, старцы и Христос говорит о том, чтобы войти в Великий пост, нужно простить, но не всегда человек может простить, а в Великий пост входить нужно. Что делать христианину? Ну, не может он простить. Закона много в мире, но поэтому есть неделя о страшном суде, где единственный справедливый судья – это Христос, который будет всех судить. И закон Божий – это тот закон, который сам истинен. А человеческие законы или они приближаются к законам Божьим, или они не совпадают с законами Божьими. Поэтому надо смотреть, если критерием является любовь исполнения в заповеди Божьей, если по любви человек понимает, что это необходимо и для себя, и для своего ближнего, он все-таки, переступив через свою гордость, свое тщеславие, постарается примириться. Если человек этого не желает, то вряд ли такой человек готов и будет желать поститься как в Великом посту, или тем более побудить себя примириться с ближним своим. Все в руках человека. Господь же всех зовет через проповедь церкви, через Святое Писание к спасению. И суд без милости, не оказавшего милости. Если человек не умеет прощать,
Он немилосерден, поэтому суд Божий такими также будет без милости. Отец Михаил, вот еще когда-то Пушкин сказал: «Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано». И как часто бывает, что человек положит себе на сердце, что он будет хорошо поститься, он не будет грешить, не пить, не курить, ну, вообще, ну, просто будет практически, ну, практически святой. Но буквально даже в первый день Великого Поста начинаются искушения, или он срывается, или еще что-то, и все, что он задумал, ничего не исполняется. Как же ж тогда быть? Что, понимаете, не поститься? До того есть службы в храме общественные, чтобы все вместе были, друг друга поддерживая, друг друга укрепляя. В одиночку мало что у человека самого вообще получается. И если, естественно, человек будет пить, курить и чрезмерно увлекаться яствами, это все излишество не только для души, а в том числе для тела, для него тоже будет пагубно. И вот еще один момент, когда люди, побывав на исповеди, они отходят обновленными, и они думают, что все, ну вот, слава Богу, я уже этот груз свалил, теперь я буду вести жизнь праведную. Но выйдя за порог и окунувшись в мир, все начинается сначала. Как вопрос в том, что жизнь христианина – это борьба, и не с первого раза всегда можно победить свою, скажем, страсть или свою греховную привязанность. Но если человек имеет это намерение, он хоть маленькими шагами к этому двигается, Господь его всегда укрепит. Ведь Иуда тоже исповедал свой грех, продав кровь неповинную, но он не раскаялся в этом. Одно дело исповедать грех, а другое дело искренне в нем раскаяться. И еще один есть такой нюанс в духовной жизни, отец Михаил, когда человек раскается, и он искренне желает исправления своих грехов, но обстоятельства жизни вынуждают его вернуться к тому образу жизни, который он вел до того, как побывал, до того, как принял решение раскаяться. В любом случае, намерение себя уже найти в себе силы и хотя бы чуть-чуточку исправить, это уже хорошее намерение, поскольку и намерение Господь оценивает. И вот как мы вначале говорили и заметили, что случайностей в этом мире не бывает. Отец Михаил, люди постоянно на протяжении своей жизни сталкиваются с несправедливостью, с жестокостью. Но мир этот действительно, он достаточно жесток. А жизнь христианина – это борьба. Но иногда ж устаешь от борьбы, отец Михаил. Хочется забраться где-нибудь в тихое место и ничего не делать, а просто отдыхать. Возможно ли такое христианину? Никак невозможно, потому что если человек пребывает в смятении, это в нем внутреннее состояние. А от себя самого не сбежать, и тем более от себя самого же не спрятаться. Если человек стремится найти помощь Божью, именно успокоение и то умиротворение, которое именно получается через прощение и примирение с ближним своим, он получит этот мир душевный. Если человек к этому и стремится, нигде нельзя спрятаться самого себя. Внутреннее смятение своей души, оно всегда будет присуще в сердце человека. Не зря говорится, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. То есть, если человек получает такую милость и такой дар Божий, как мир в душе, ему уже не страшны никакие искушения, никакие испытания? Если мы говорили о притче о блудном сыне, и нам раскрывается та вся тяжесть преступления, которая в жизни, естественно, земной, было бы невозможно. Но Господь показывает именно этой притчей то, что даже если человек, придя в себя и идет уже навстречу, Отец побежит ему навстречу, встретит его, примет и помочь ему. Вы знаете, дело в том, что христиане – это стоят как бы обособленно немножечко от всего мира. Почему? Потому что мир манит, мир зовет, мир призывает к веселью, к развлечению, к всему чему угодно, насыщению и ублажению своей плоти. А христианство, наоборот, оно призывает к совершенно иному, оно зовет в тот горний мир, которого мы не знаем. Легче же поверить этому миру, который вот он реальный, чем тому горнему, который есть, нет. Надо верить в него. Ну, во-первых, верили многие поколения, и есть подтверждение святых отцов, и святость которых подтверждена образами их жизни и наследием. Это явление тех знамений чудотворений, которые по молитве совершаются, и множество людей это испытало на своей личной судьбе.
И церковь призывает человека ограничить себя от всякого излишества, что тоже является вредным. Ни в коем случае совершенно не призывается отказаться от пищи и от еды. Но именно вести под великопостный так, который будет быть полезен как для души, так же и для тела. И, как говорит Иоанн Златоуст, что великий пост для человека как весла для земледельца. Если он скудно посеет, то скудно и пожмет. Если же обильно посеет, то обильно пожнет плоды трудов своих. И получит действительно то смирение, миротворение души своей, пройдя великопостный подвиг. Отец Михаил, будьте добры к нашим телезрителям. Так, резюме. Тема приближается великопостному подвигу. Это тот подвиг, который призывается каждый христианин, пройти его по мере своих возможностей, но точно надо одно иметь, очень твердое намерение, и тогда Господь всех укрепит и всем поможет. С наступлением вас, подготовительных седмиц, и также с приближением Великого Поста. Отец Михаил, спасибо вам большое. Друзья мои, сегодня у нас в студии был настоятель Свято-Никольской церкви протоиерей Михаил Бойко, и мы говорили о подготовительных неделях перед Великим постом. Ну что ж, по слову Иоанна Златоуста, Бог и наши намерения целует. Дай Бог, чтобы наши намерения были устремлены к светлому, к Богу. Це була розмова на тему. На все добре. Добре.